Кому полезен такой массаж, тем более энергетический? Физический массаж, он не всегда, не везде показан. При физическом массаже идет нагрузка на сердце, тоже не всегда есть хорошо. При варикозе нежелательно делать аккуратно, но, естественно, эффект уже не тот. Вот. А энергетический массаж, его можно делать абсолютно всем. Тибетский массаж кунье в энергиях можно и нужно. После онкологии, да, вот абсолютно верно, нельзя массаж. Энергетический массаж, вот этот кунье, он, кстати, и токсины тоже выгоняет. Но я говорила, да, после онкологии очень хорошо очищение тела от токсинов. Очень хорошо. Химию очень трудно вывести. Очищение тела от токсинов шикарно работает. А тут вы сами себе будете делать. Как самочувствие? Рассказывайте. У меня вот просто приятное ощущение. Расслабление. Такое ощущение, что позвоночник у меня гнется в разные стороны. Хотя я как бы не двигаюсь, да, но ощущение легкости. Пятки горячие, да, потому что там очень хорошо проходят. Здорово, расслабление действительно хорошее, да. Приятный массаж очень. Почти уснула. Расслабление и ясность ума. Вот, да. Какая-то муть ушла. Муть из головы, из глаз. Расслабилась отлично. Угу, точно, нет скованности позвоночника. Состояние прелесть. Хочу эту энергию. Хочу, хочу, хочу. Глаза лучше стали. Видеть.